Так, поднялись мы на лифте. Ух ты. О! Какой-то дохлый зомби оказался. На тебе. Да, дохлый-то не дохлый, но... Так, два патрона надо истратить. Черт, просто в пустоту выстрелил. Что-то думал, тут зомби. Забыл уже все на свете. Так, ладно. Быстрее комбинируем. Трава. Красная. Откуда красная, когда зеленая? Или я дальтоник, или здесь такая краска дурацкая. Кто увидел сразу красную траву, напишите мне в комментариях. Я, честно сказать, думал, там обе зеленые стоят. Так, ладно, все вроде нормально. Так, а, вот же красный. Тогда все нормально. Там просто не ту траву поднял. Так, куда идем? Ага, вот туда. А, вот этот зомби гад, которого я думал. Я думаю, мы не будем на него патроны тратить. Попробуем от него смотаться. Давай, друг, иди сюда. Главное, чтобы не... Черт, не получится. Тогда так тебе в лоб прям. Я что-то думал... Мы разойдемся с ним, а он что-то оказался слишком широким. Так, заходим. Надеюсь, здесь что-то полезное будет. Ух ты, целых две пачки патронов для ружья. Граната. Ну это просто шикарно, господа, просто шикарно. В пыли. Что возьмем? Конечно. Не будем же мы сюда потом бегать еще. Так, а это что за батарея? Аккумулятор какой-то от шестерки. Элеватор, элеватор. Так мы же его вроде запустили. Или он только с первого на второй этаж ездит? Что-то я не совсем понял. Так, а что я в подвале там пропустил? Я вроде обе травы там забрал. Бегай еще, разбирайся, что к чему. Так. А, это дверь, это где мы со змеей воевали. Так, ну можно вот попробовать отсюда выйти. Ладно, сейчас посмотрю, что с лифтом.
А, с лифтом ничего, заходит. На первый этаж, что ли, сейчас поедет? Или куда? Долго что-то, очень долго. Или в подвал, куда? Да, на первый этаж спустились. Нам не надо на первый. Так, сейчас будем искать применение этой батареи. Пока что я сбегаю, положу вещи ненужные. Так. Пойдем туда, там, конечно, зомби, по-моему, но что делать? Быстренько сейчас проскочим. О! Они, наверное, лет 500 тут не видели вкусненького свежего мяса. Не дождетесь. Так, ладно, пауза сейчас, пока я выложу вещи. Подумаю, что с аккумулятором делать. Так, ну здесь, где паучки, я пропустил патроны для дробовика. А чуть дальше пропустил патроны для пистолета. Для дробовика лежали там, где коробки. Так, а вот патрон для пистолета валялись здесь, поэтому вот здесь в этой тарелочке их что-то прозевал. Так что здесь вроде пока ничего интересного. Идем дальше. Так, я сохранился, избавился от балласта, точнее от патрон. Так, ну и бежим обратно к зданию для охраны, к жилому комплексу, но не совсем туда, чуть пораньше к нему. Я вспомнил это место, где, кажется, не хватало батареи. Туда мы ее и понесем. Пришлось нам тут преодолеть место, кишащее змеями. Откуда они только взялись? Прошел дождь и змей, что ли? Это мне непонятно. Ну да ладно. Что только не бывает в мире Resident Evil. Вот оно, это место. Только я так и не понял, почему оно красным не выделялось. Блин, Крис, ну ты хоть, я не знаю, провода присоединил, что это просто поставь, все типа работает. Поехали. Опять мы видим лифт без Криса. Он так умеет исчезать иногда. Угу, спасибочки. Что нам это дало? И мы опять здесь. Интересно.
Очень интересно. Так. А может, надо поднять воду опять и что-то случится? Давайте так и сделаем. Сейчас бегаем за рычагом, попробуем воду поднять. Так, ну что, мы взяли рычажок. Попробуем опять набрать воды сюда. Не зря же он все-таки нам дается. Если бы он был бы больше непригоден, я думаю, он бы его просто здесь оставил. Хотя, по идее, логично. Его было бы так и так тут оставить. Обратно к лифту. Я надеюсь, что-нибудь изменится. Крис так посмотрел на ворота, думает, что они так долго открываются. А я не знаю, Крис, здесь все очень долго. Лифты долго ездят, двери открываются. Видимо, нам этого не понять. Носимся в темную даль. Опа, точно, отлично. Мы открыли проход. Зачем Крис взял этот рычаг с собой опять? Себя заводить будет в одно место. Ставит этот рычаг. Будет, давай, Крис, беги. И сам себя так брум-брум. Опять в какой-то подвал спускаемся. О, сохранение. Коробка. Так. Что за дверь, интересно? Ленты. Возьмем. Целых 5 штук. Щедро. Но я пока не буду сохраняться. Я изведу эти двери, а потом. Так, рычаг нам пока тоже не нужен. Так, пошли обратно, посмотрим, что там за дверь. Так, коридорчик. Похоже на какие-то шахты. Что здесь вообще делалось такое? Большая хрень загородила проход. Непонятно. Еще одна дверь. Опять мы погружаемся в мир дверей. Так. Что-то мигает там, вижу. И там что-то мигает. Пистолетные патроны. Давайте, пригодятся. Конечно, лучше будет ружье или от магнума какого-нибудь кольта, но тоже пойдет.
Здесь что, тоже что ли патроны? Да. Щедро, ребята, щедро. Большая дыра. Странно, что они здесь копали. Ты у меня это спрашиваешь, Крис? Я бы тоже хотел узнать, что они там копали. Так. Что здесь? Давайте откроем. Шафт. Штифт, что ли, какой-то. И что, он не рабочий, что ли? Символ какой-то. Опять чувствую, что-то надо будет соединять. О, 1, 2, 3, 4. Ладно, раздают, берем. Мы не отказываемся от вещей. Надо, конечно же, положить бы желательно. Ну, да ладно, давайте посмотрим, что здесь. Пока инвентарь не до конца полный, нужно бежать и смотреть. Возвращаться пока не будем. Блин, как мне эти узкие коридоры добивают. Опа. Энрико, don't come any closer, Крис. Прям как в мексиканском сериале. Энрико, хулио. Double-crosser. Энрико, wait. Энрико! Umbrella. Энрико! Энрике Иглесиас, кто же петь будет? Кто же его убил? Кто же за нами следит? Сколько вопросов и ни одного ответа. Это вы все увидите в следующей 573 серии нашей мыльной оперы про Энрико и Криса. Человек-молния. Флэш, наверное, убил. А с таком стреляет и быстро бегает. Еще один кранк. Спасибо. Зачем нам столько рычагов? Зеленый, красный. Кто же за нами там бегает по пятам? Что здесь делал Энрико? Ты что, еще один член группы Браво? Непонятно. Ладно. Господи! Мартышка! Да ну тебе нафиг, я пошел отсюда. Надо было один раз выставить и бежать, что-то я... Вот как она, откуда она взялась? Тут пещера по... кругу. Я бы слышал, как бы она вылезла. Идиотизм какой-то. Так. Ну все, там нам ничего не пригодится. Пошли эти вещи. Кладем, наверное, все на сегодня. Встретимся в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Всем удачи и пока.
Вот гады плодятся как. Как самые плодовитые существа. Ладно, пока всем. Я умолкаю. Подождите, еще не умолкаю. Кажется, вот зачем он нам дал рукоятку. Суем ее сюда. Ух ты, вот эта система, а. Яму повернули кверху вниз. Ну вот и отлично. Теперь можем сохраняться спокойной душой. Все, всем пока.